Эй, ребятки, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Джо, добро пожаловать в Dicey Dungeons Reunion. Мы продолжаем, у нас сегодня ведьма на очереди. Сверхразум, IQ 140. Сейчас начнется просто экшен, не поверите. Но здесь все совершенно по-другому. Заткнись, иди отсюда, кыш. Все совершенно по-другому. Все, что нам предстоит, это битва с боссом. Только битва с боссом, у нас 3 HP. После каждого получения урона у нас есть возможность пропустить пазл. Нам нужно решать головоломки. С первого раза я не смог, потому что я тупой уволень. Может быть, вместе с вами мы сможем что-то сделать со второго раза. Привет, я Мэдисон. В моей школьной характеристике сказано, что я целеустремленный, и мне, возможно, стоит быть менее требовательной к себе. Готовься, заткнись, девка. Окей, пазлы выглядят таким образом. Нам нужно потратить все расходуемые карты до конца. Преступный гений. Нанести и использовать четверку 2 раза. Перевернуть кубик 3 раза. Пинок плюс 1 к значению кубика 2 раза нужно сделать. Мне кажется, первый пазл я решил. Вот этот я, по-моему, в той попытке решил. Я не уверен, рандомно ли они выкидываются или нет. Идея в том, что... Перевернутая 2 дает 5. Перевернутая 5 дает 3. Ой, 2. О, и у меня уже крыша едет от этой игры. Я же ее 10 часов уже записываю. Окей. А это нам не очень помогает. Нам нужна 4. Вместе иди. Ты даешь мне 2. Я вас переворачиваю. Да, мне кажется, этот пазл у меня был, я его как раз решить смог. Мы накладываем оглушение, у нее 2 атаки. Загадка наносит 1 единицу урона, соответственно, мы можем получить только 3 удара. И новый пазл до тех пор, пока у нее не закончится HP. При получении урона мы можем пропустить пазл, если не можем его решить. И у нас есть 3 попытки решить пазл, если мы неправильно раскидали кости. Этот кубик... Это я, по-моему, не видел. Нужно 3 раза по 1 загрузить туда. Можем дублировать 4. Нет, у меня, по-моему, такой был. И мне кажется, я с ним справился. Вот таким образом. Но не поймите меня неправильно. Все остальное я слил. Я смог из всех ребусов 2 решить. По-моему, вот это 2, которые я смог решить с первого раза. Остальные я так и не смог, и просто сдался и погиб. Но она была близка. У нее было 50 HP. Совместить кубики. Следующая атака. Под атакой имеется в виду и любое использование скилла. Абсолютный бред. Кривота перевода, мне кажется. Но любой скилл тоже будет использован 2 раза. Разделить кубик на 2 равные части. Давай начнем отсюда. Удвоить значение кубика. Это даст мне 4. Я не знаю, что я делаю, я пока гадаю. Это дало мне 3. Я чувствую, что это какой-то верный путь. Но он не очень верный. А скорее всего, повторить следующую атаку нужно раньше сделать. Возможно, при совмещении кубиков. Или разделении. Нам сперва нужно получить 6. Факт. Я думаю, что нам сперва нужно получить 6. Мы можем попробовать получить 6 таким образом. Удвоить значение кубика. Это даст нам еще 1 6. Давай попробуем. Мы близки. Прям вот-вот. Другая последовательность. Удвоить. Разделить кубик на равные части. Да. Окей. Со второго раза голова начала варить. Окей. Мы практически на полпути.
Дальше идут пазлы, которые я решить не смог точно. Мне кажется, предыдущий я тоже не смог решить. Но со второго взгляда уже какая-то идея пришла. Нам нужно нанести двойкой 4 раза. Нам нужно 4 двойки отсюда родить. Я вот это точно не смог решить, но я был близок. Вот это мне показалось хорошим началом, потому что это дает мне 6. Это может дать мне двойку, но зачем? Мне нужно из этого реально как-то родить. И выбросить единицу. У меня лишняя тройка осталась. Окей. Я до этого тогда не додумался. Это близко. Другая последовательность повторения следующей атаки. Это точно так. И у меня остается лишняя единица какого-то хрена. Знаешь что? Мы нанесли full damage. Пусть бьет меня. Без проблем. Я даже не буду заморачиваться. Исчезание. Одинаковые кубики сразу уничтожаются. Чего? Окей. Совместить кубики. Разделить кубики. Четные делят. Перевернуть кубик вверх ногами. Значение кубика минус 1. Это даст 6. Это даст 3. Прекрасно. Мне нужно сперва использовать кубики, а потом создавать копии. Я не знаю, я пока играюсь. Этот пазл я вижу впервые. Можем тебя разделить на единицы и сделать шестерки. А если я сейчас сделаю единицы, у меня останется только одна единица. Это не сработает. Перевернуть кубик вверх ногами. Мы его делим на четные и теряем одну тройку. Это не работает. Другая последовательность должна быть. Если мы сделаем вот так. А только четные делят, точно. Мы можем получить тройку таким образом. Я не знаю, я прям гадаю пока. Просто пытаюсь понять, что от меня хотят. Можем получить 4, разделить на двойки, двойку перевернуть опять в пятерку, не имеет никакого смысла. Можем перевернуть двойку получить, разделить на единицы, потерять. Единственное, что он же дает еще единицу, точно. Мы можем тебя перевернуть в тройку. Тебя перевернуть в 6. Я не знаю, как я это сделал, но я это сделал. Damn. Еще один пазл на 40 HP. Шок. Временно выводит из строя случайное оснащение. Перевернуть кубик вверх ногами. Нужно 6. Повторить следующую атаку. А пинок? Плюс 1 к значению кубика. Это даст мне 4. Мне нужны шестерки сюда засовывать. Вау. Блин. Окей. Не будем париться, мы возьмем шестерки и начнем думать отсюда. 6. Перевернуть. Понял. Надо удваивать не эту атаку, а переворот единицы в шестерку.
смотри. Памс. Памс. Скидуш. Скабада. Пау. Скидуш. Скидадл. Финальный пазл. Нам просто нужно одну атаку нанести. А, три двойки надо. Охренеть. Я думал, что там будет просто любой какой-нибудь кубик вырулить. Нам надо именно три двойки найти. Это даст нам единицу. Значение кубика минус один. Выбросить единицу. Два кубика делает. Выбросить две пятерки. А, сумма 5. Сори, сумасшедший. Нужен дубль. Выбросить две пятерки. Дубль. Я, конечно, молодец. Я собрал шестерки, слов нет. Это не нужно было делать. Окей, давай еще разок. Значение кубика минус один. Переносной кубик даст мне двойку. Зачем? Это даст мне 6. Это даст мне еще одну двойку. Плюс один к значению двух кубиков. Но зачем? Это не имеет никакого смысла. Я близок был. Сейчас было близко. Там были даже двоечки. Пятерки нужно переворачивать. Тогда мы получаем двойки. Что-то близко. Окей, давайте пропустим. У нас есть еще запас. 3 единицы. Дай мне просто победить. Я хочу просто победить. Удвоить значение кубика, затем вычесть единицу. Это какая-то высшая математика уже начинается. Удвоить значение кубика. Перевернуть кубик вверх ногами. Разделить кубик на равные части. Ладно, начнем с деления. Скорее всего, деление... Что-нибудь с единицы. Типа двойки надо было на единицы разделить. Это даст мне 5. 6, 3. Удвоить значение кубика. Я делаю совершенно в обратную сторону. Мне нужно уменьшать. Как я могу в единицу уменьшать, если ты мне увеличиваешь значение кубиков? 6. 3, 3, 5. Все еще нет. Удвоить значение кубика, затем вычесть 1. Начнем отсюда. 6, 1. Это даст мне 2 тройки. Я могу сразу сделать единицу здесь. Удвоить значение кубика. Прям вот чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть, какие-то прям минимальные шаги. Давай еще. У нас последняя попытка на этом пазле, и потом еще один HP есть. Это мне дает единичку. Если я тебе переверну, я получу тройку. Удваиваю тройку, получаю 6, минус 1, 5. 5 пополам не делится, 5 сюда не лезет. Проиграли. Могу тебя перевернуть, тройку сунуть сюда. Получаю 6. 6 делю пополам, тройка. Тройку сую сюда, 3 на 3, минус 1, 5. И я ничего этим не достигаю. Предыдущая попытка была ближе всего. Мы можем разделить вас. Получу двойку, сую двойку сюда. 2 же 2, 4, минус 1, 3 получаю.
теперь двойку нужно превратить, переворачивая тебя. Зачем мне тройку? Нахрен я тройку получал? Я забыл, что здесь единицы лезут сюда. Это просто бред какой-то. Максимум тройка идет сюда. Одна единица. Это лучшее, что я могу. Бери или проваливай. Последняя попытка. Last try, last... А, нет, у нас еще один пропуск есть. Что-то из этого должно быть решаемо. Четыре пятерки. Повторить следующую атаку. Плюс один к значению кубика. Единицу мне даст. Дублировать кубик. Вернуть два кубика со значением разницы. Это даст мне пятерку. Изи. Фух. Окей. Это было страшно. Со второй попытки, к слову. С возвращением. По правде сказать, я думала, что тебе потребуется больше времени. Это до хрена времени ушло, алло. Как приятно было снова потусить с малышкой Мэдди. Сейчас, когда меня обожают миллионы, мой долг делиться секретами с подрастающим поколением амбициозных молодых женщин. Итак, просто чтобы прояснить до конца. Твое заветное желание исполнилось? Ты знаменита, у тебя толпа поклонников, и ты... Ты ни разу не пожалела о том, что желала именно этого? Нет пустоты в душе, тяги вглядываться в бездну или синдрома самозванца? Беспристрастных терзаний и сожалений? Ни капельки. Только незамутненное счастье, а в придачу рекламные контракты с крупными брендами. Ау. Я очень рада вернуться и рассказать вам, что вы были важной частью на моем пути к успеху. Ясненько. Я тоже рада, что помогла тебе в твоей скоротечной смертной жизни. Ебари. Еще одна часть закрыта. Это, наверное, самая короткая. У нас остается два впереди. У нас робот и инженер. Ребятки, не забудьте поставить лайк на выходе. И желаю всего хорошего. С вами был Джонни. Спасибо большое, что проявляете любовь к Dicey Dungeons Reunion. Так же сильно, как ее проявляю я. Желаю всего хорошего, ребятки. И пока. Пока.